Готов, в принципе. А, не стой. Эфир на снопу. Блять, кто это вообще? Иди нахуй. Ёбище, блять. С кем разговариваешь? Да тут, блять, какие-то ебланин нахуй, друзья, хотят добавиться. Все готовы, я могу запускать. Погоди. Да, я готов. Скажи, как все расставишь? Я не расставляю, переписывался, я готов, все. Всем привет, дорогие зрители. Моя трансляция просто. Опять? Угу. Понимаю. Пиздец. У меня, короче, одноклассник, но он начал играть в Ристан. Ну, он, типа, говорит, что это за монумент, типа, что там покупать можно. Я говорю, типа, первым делом покупаю анархию, типа, топ-ган, короче. Такой, нахуй это говнище, блядь. Самое лучшее оружие в ПВЕ. Да. Типа, ты куда ни пойди, она везде зайдет. Угу. Вот так. Даже ПВПМ. Мы их пробегаем или убиваем? Налево идем, пробегаем. Ой, больно. У нас это... Я помню, там как алит может испавниться в стене. Да. Да. Блин, у меня все столярное. Ну, блять, ну он, что за хуйня? Он стоит на месте. Он стоит на месте. Кто? Нет. Что? Как вы? Меня он сбрил. О, что? Сбей. У Флекса анархия. Фрер, возьми диван. Я же на ханте, блять. Какая, ну, какой нахуй диван в ханту? Подожди, ты без ты без дивана, что ли, Санжар? Я на ханте, блядь, я же говорю. И что? Кто такой? Блядь, в смысле что? Я же сказал, мне надо сделать хуйню, блядь, претендента. Я попросил. Мне просто сказал, оно распространяется на всех трех персов. Зайди просто на ванну, нет, на электричке, я захожу. А чё такого нету? Типа на ханта диван взять? У меня его нету просто на ханте. Забей, сейчас я его достану.
Тем более заморозки я баф урона получаю. Там войд урона много. Меня будет войд. Просто мне Там соус соулара. урона. Там в конце только будут летать эти хуйлуши вокруг Солара много этого в босса. начале довольно. Не, много сначала арк, а потом соулара, потом снова арк и все. Потом дальше снова арк и войд. В основном только арк. На Divinity есть сборщики какие-нибудь? Автомат. Такие же, как и на автоматах. Royal Entry. Чё, блядь? Чё? Ну-ка, нахуй. Дожди, дожди, дожди. Надеюсь, что я все нормально расставил. The fallen will continue to claw at the walls of our city unless we strike them down. Beneath the ruins of the Cosmodrome, in the shadow of an old colony ship, we've located the House of Devil's Lair, and the High Scimitar, feeding them their strength. We must destroy this machine guard and send their souls screaming back to hell. Жара пиздец, кстати. У тебя дома? Нет, это фараон.
Все увидел. Не знаю. Вандал? В смысле, а где? А, блядь, по ту сторону вандал стоит. Ебаный сыр. Давайте воителя убивать. Я давно ждал. Вандал. Да хуй с этим вандалом. Блять, одна дробь, серьезно, чел? Пожар, пожалуйста. Что, пожалуйста? Я умер, типа. Я вначале, когда чела заморозил, нужно было тогда. Типа. Просто стоило пару мобов убить. Нет, мобы не были завалены у нас. Перезалетай. Fallen will continue to claw at the walls of our city unless we strike them down. Beneath the ruins of the Cosmodrome, in the shadow of an old colony ship, we've located the House of Devil's Lair and the High Scimitar, feeding them their strength. We must destroy this machine god and send their souls screaming back to hell. Он стоит на месте. Стоял на месте. Он слишком далеко. Я сейчас убью. Посети его быстрее. Готовы? Thank you.
Австралии выйти должен, вышли. А чё он тыпается, блядь? Они треснут меня? Погоди. Говно, блядь. Ровно обойма на диване. Что такое? Бей. Да, ты чему специально ушло оттуда? Его на финишер возьму. Давай я лучше у меня стазис. А, ну понял. А, да. Да ульту только кинул, у тебя низко. Нет, у меня уже полтора это скопилось. О. Да. Короче, сейчас это будет просьба лучше. Погодите пару минут с активацией. Сейчас все быстро сестре. Окей. Ждем. Чекай эмоцию, Санжар. А чё с ним? Да просто. Ебать, у Гоши Рофи летит там, сука. The same. Да, тут все можно начать. Налево идем. Где у тебя там ботов? Всегда был этот зал. Да. А, ну чё, запускаем? Да. Погнали. Там пища целая была, сейчас вот блять, мне лагать начнут, мне это не нравится. В смысле? Джима бы было спавниться потом. Все ок будет. Все ок? Да. В
Задание с электроскопом, а какие там величины даны? Там, по-моему, полтора будет. С одноклассником. Давайте его снимем, он был точно. Давай, ебаш. У тела был плюс заряда, отошли, да, на электроскоп. Блять. Что? Я фух. Конечно был. Тебя граната убила. Да играю, потому что я флоба. Снайпер слева сверху, осторожно. Стойка. А, семерка сенсей, я думаю, еще не так. Че, быстро слишком? А ты уже... Ты на десятку пришел? Нет, я на семерке был. Да какого хуя, блять? Как уже не надо было. Что-то знакомое, но не помню. Глаза будущего. А, понял. Описание к ней? Ага. Их там много собралось, слушай. Угу. Воитель. Где? Забирайте его. Ой, ой. Назад, назад. А, где я уже? Конец урса. Воитель здесь? Иди чуть назад дальше. Ну, блядь, ну! Что, ну? Блин, забей, вот. Забей, блядь. Я же говорю, воитель. Ну, я понял, что воитель, но там, правда, было с ним еще человек 7 мобов. Да. В эту кучу можешь ракетить, прямо на мой труп стреляй ракеты. У меня нет ракетниц. А, ну или гранаты. Они там как пельмешки сейчас варятся. Отварь меня, ну, в принципе, только... Я не смогу вас. Ну, в принципе, только и... Только одного. Просто застань его и все. Флекс убежаешь. Я попробую так. Застань его. Он должен потерять. Просто застань его и подбежи. Бррр, все. Вот так. Давай забираем. Продолжай его. Станет. Ну где, где там раз? О, да. Сладкий дым. Диншот. Это дьявол сидит. Там дрэги только сидит меня и все. Хорош. Из дрэгов есть грёбаные гранаты. Каждая граната вам шотит. Видите снайпера? Спасибо. Найс, уничтожаем мину, она взрывается все равно. И слева там два снайпера будет еще. Где-нибудь еще хэвик есть? А, да, есть.
Я вообще фул по патронам. Этот поворот. Мне кажется, это время был этот Шаттердайв вместо другого. Нейс. Присмужника готовы сразу? Добирайте его. Жар. Закончится урса быстрее, ну, блять, ну пацаны. Что пацаны, что я должен сделать? Намажьте его не с этой, как там, не с дивана. Не с дивана, я посмотрю, как ты по нему нормально будешь попадать. Раз. Я попадаю по нему будет. Нормально. Раз, трудно будет попадать, потому что еще и мобы клинчат. Я вам нормально по нему попадаю. Не надо пиздеть, Forever, пожалуйста. Я ничего не говорил на то, как ты попадаешь. Я тебе говорю, что легче. Ну ты говоришь, что я не буду попадать. И сейчас ты говоришь, что ты не, ну, не говоришь про мое попадание. Типа, я успокойся, говорю, пожалуйста. Не начинайте, парни. Из ниоткуда конфликт просто. Слева снизу. Говорят, босс, кстати, будет здоров, ложится с глаз и с катушки. Там он сломанный урон по нему идет. Найс, блять, урон. Чего? Ваншот турели в скифа. Где он вообще был? Хуй знает, на него пролетал, блядь. Ну по-хорошему вообще не должен был стрелять и засунуть обратно свои эти турели. Не, мне снайпера, только под баррикадой. На. Еще этот стреляет, блядь, уебок. Аккуратней. Давайте брига правого положим. Сейчас. Рисы. Хуя он ваншотнул баррикаду, блядь. Ему, кстати, ему можно отстрелить пушку. Короче, видите, там четырехзалповая батарея такая у него слева. Тарковая это. Гасите его быстрее. Он сейчас касты свои начинает делать. Нормально. Вернулся от бана просто сейчас. Охренеть.
зашибись. Я обожаю это оружие падших. Ну, вот эти трейсера, которые заворачивают за баррикаду. Да, это инсейн просто, забей. Они чисто стреляют в воздух, а наводятся по тебе. Двоителями заниматься. Вонятелями. У меня праймари вместе с кашевыми хайликами закончились. Ваху! О, нифига себе. Кашу нашел. Праймари кончилось. Левый брик убит? Да. Да. Если что, не хочешь сдохнуть? Все. Фокер сдох. Чуваки. Что? Вы говорите, если на Дайван идти, то только на варлоках и титанах. Я так понимаю, титаны заняты, остались варлоки. Мне на варлоке качать лайт? Получается. Я пойду. Получается так. Получится играть заодно. Угу. Чё, кого забираем? Давай этого по центру, я думаю. Вот. А, понял. Блять, давай, 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 чё? Давай. Хорош, молодцы. Второго сразу же можно. У меня нет спешлов. Вот так только. Давай, давай, давай. Молодцы. Ой, я сейчас Сурсу раздам, убьете прислужника. Готово? Стой, стой, стой. Там стой, давай, 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 давайте. Давайте. Я справа держу, не беспокойтесь по них. Что? Грата. Вам поторопиться бы лучше. Молодцы. Выйти есть на центре? Да. Да, на центре нету, а около выхода, да? Вон, слева. Там перегрузка еще. А, у вас слева. Ой, бля, ой, бля. У меня спешов нет, если что, я в праймере в истории. 80, 70 дивана. 60 держим, дивана. Держим, держим. Все, отлично. Там еще перегрузка, мне кажется. Да-да-да, последняя. На ее нужно будет очень быстро убивать. Его патронов на... Давайте трэш почистим.
Ну, можно и так. Давай. Бодрее будет. Ай. Ладно, капитан сбривают. А чё, типа, анархии не будет, да, щит сниматься? Да, я тоже в охуе. Тебе нужно под него и стрелять, а не прям в него. Да, я знаю, потому что она отскакивает, я в курсе. Дивана нет. Блять. А, я вижу пачку на кухне. Стой. Я сейчас соберу. Соточка будет. Наверное. Я пока на CS его отвлекаю. Что такое? Пить. 70 дивана, надеюсь, больше их не будет. А нет. Тут двое дивана. Будут еще. Ну и потом на боссе еще двое. Хуище и будет. Да их что-то дохуя реально на этом налете. Тут точно 20 чемпионов. Я же со счету сбился, сколько мы убили. Ну дохуя мы убили. И дохуя еще будет, типа. На разных налетах по разному количеству чемпионов, типа. Везде одинаково 20. Ты уверен? Да. Эзотерика, посмотри видео, везде 24 реса у него в конце. 4 реса тебе дается в начале. Так, если у тебя 20, то... У тебя больше двадцатки не может накапать ресов. В смысле, 24 реса у тебя максимум. Странно, еще раз в говорю. Прибытии 4 было... У тебя есть подстанетик? 4 реса подстанил, в начале. И бежим сюда. К нам, Forever. Что, снимайте? Да... Нет, Forever, их застанет надо будет да для давай, другого. Давай, добиваем уже, добиваем. Ладно, блять. Надо было заранее ему сказать. Я тоже что-то забыл. Ты чё, блять? Моб нахуй. Зачем мы их подстанем? Что это вообще такое? Ну же потому что отсюда удобнее. Чтобы перейти сюда. Ой, бля, нихуя себе. Я заговорился с про гранату. Под вами еще гранаты. Дух. Сейчас я ресну его. Давай забираем. Лево. Ага. Блять, мне спешил закончились. Давайте право. Ну, не ставшегося. Так, я пошел за спешлами. Я тоже. Какая же херня. А, сейчас не вылезет, да. Блять, это охуенно. Подожди, стой, где настройки? Так, ребята. Ребята, к нам идут гости. Ебать, охуенно музыка, он, блять. Кто я? Меня завтра по второму. Ладно, я пойду на низ анархию накину на этого чмошника. Я потом вечером открою, боже. Блять, что там у тебя, Forever? Разговор. Дохнуть запрещается, 5-5. Чё? Дохнуть 5, запрещается. 4. Ну, блядь, надо было щит снести, а не просто, ну, типа, клацать, типа, по нему с дивана. Типа, я ему снес щит. Ну, типа, ты когда я сдох, типа, заснял ему щит. Ну, снялся щит и кинул гранату, начал клацать. Я вниз пошел, скинул на архиву. Ты не так мало анархии снес? Шанки, слева. Слева.
town. Моя ульта, кстати, эти ковыряет, как они там. Территория? Там шариков, да. Появились. Всем выйдет взрывашка. У вас убоит только гранаты. У меня револьвер. Блядь. Бегите, бегите, не оборачивайте. Блядь, вы чё, пацаны? Блядь, что за хуйня? Аккуратней, блядь. Хорош. Капитан. О, подморозил, найс. Урса, все. Ухожу. Короче, воид мне снимать нечего. У меня воид есть. Нам надо мобов почистить. Почистить дальнему снял щит. Осторожно, осторожно. Я пытаюсь к себе подкинуть эту пачку зеленых. Фу, еще фугас. Нормальный хуй. Помогите мне сервитора доковырять, у меня видно его. Только осторожно. Он же патроны. Жертвы. Все, сняли. Тональный вор. Вор в законе. У меня праймер закончился, у него здесь большой. Это дома же снизу. Я кого-то. А, не, не заморозил. Блин, я подумал, я заморозил. Грустно, я думал, ты заморозил. Но вкусно. Ой, нет. Уходи, уходи, уходи оттуда. Нормально, зато у меня хэви есть. Я ему все на себя беру. Я жду патрон, у меня все выстрелил уже. Нет, у меня осталось еще много. Две фазы же сервиторов стоит. Хорошо. Да? Все, дали немного. Она собирает, все. А вот так будет 4 года. Да, дамажил. Хорош. Он же только два раза этих сервиторов кастует, да? Да. А, да, по сути. Ой, блядь. По сути, хуй в мазуте. Блин, зачем писал больных? Ты чё-то... Дальняк. Бой. Граната. Это босс. А чё, страх попозже? Невидимки. Он в упоре. Идите на лестницу. Yeah. Ну или здесь оба. Давайте, зачищайте. Сейчас смотрите, чтоб нам снизу. Да прям так херачьте его, похуй. Ну у меня просто нет патронов вообще, в принципе. О, нихуя! Мне пуховики путь пошел дали. Ай.
Ебать, у меня 10 лет не было, блядь, анархии. Ну все, сука. Снизу мобы! А ты что думал? А их нету, я думал. Только пашка. Штуковую. Он для спешл у меня. А нет, не надо. Вот этого. Норм настреляли. Это что? Все, сервиторы появились, воители появились. Чё-то воители. Я предупреждал. Заманивай их тогда сюда, мы подкинем. Каждый набирается. Они снизу могут выйти? Спереди. Готовы? Нет, они уже здесь спереди, Форевер. Уже перед нами ебаный сыр. Забирайте. Это вот... Блять. Видите? Он наверху. Короче. Давай. Беги, хорош. Беги. Давай второго. Какая вала эффективна. Забрали. Что? Зависим так. Если... Короче, вот так сделаю. Почистим мобов так. Слушай, ты пока так делаешь? Назад. Парни, назад. В смысле, там еще один, мы его не убили. Так, два выйти. Ну, третий перед нами тут бегает. А я его слышу. Ребята, работаем. Раз тут третий, как бы, давайте. А, блядь. Он ну, наверх ушел. Иди, ну еще, кажется, выше ушел, блядь. Я бы не... ДПС я его не видел. Вон он, вон он, вон он, спереди. Легко сказать. Давай ебаш. Торопитесь. Торопитесь, ребята, должен зайдет. Все, найс. Я за хэви вылазку пошел делать. За мной я с тобой, я с тобой. Остановись. Ай, блядь. Я вышел. Все, нор. Все, добиваем сервиторов этих ебаных. И меня по таймингу убили. Тут добились сервитора. Нам учиться. Да, я вижу. Чего нам учиться? Еще одну мужчину. Наверное, просто Форе, там за тебя капитан с ножами, блядь. А слышишь, он за мной идет. Уйди отсюда. Потому что там рядом лестница, ведущая к площадке сверху. Сверху. У нас тут осторожно, Санджар. У нас тут этот чмошник. Еще раз говорю, сервитор лоу. Пистелево. А ладно, его добить можно. Говорите, у нас дворец, да? Там много мобов? Да, прилично вроде как. Ну, ладно. Добиваем. Больше открыт. Этого. Да. Давай стрелял вот так. Добиваем его. Работайте. Молодчина. О, да, око другого мира.
Третья аксиома? Много измена патронов, кстати, вообще до кучи. Все по пизде шло, но мы закрыли. Ну, столько сдохли. Да. Один рез остался или два. Два. У меня хороший полиндром упал, довольно-таки. Че, золотой завоеватель, да, Forever? Слышишь, Санжар, не в курсе, есть какой-то толк от усиленных резервов на полиндроме? Ну, только если у тебя не переполнение. У меня не переполнение. Ну, тогда есть толк. Погнали на доллар. Я вижу, имеет резерв. Мы хорошо поработали сегодня. Хочу жрать и посмотреть макрос дельта. Это предшественник симфагира. Не знаю, вставлять или нет, вот бездомная горе усилена. С одной стороны, конская кабина. Из команды Triple White. Спиногриз. Всем привет, с вами Спиногриз из команды Triple White. И сегодня мы с вами разберем топ-5 снайперок в PvP. Нет, я его ставлю, потому что реально что-то не то со стабильностью. Сейчас он сейчас просто точку будет. А, го, у меня грузится. Давайте я есть пошел. А вот. Всем привет, с вами Спиногриз из команды Triple Vibe. И сегодня мы с вами разберем топ-5 снайперок в PvP. Как тебе дела? Так, пятое место. Блять. Steel Pierced. Да, пиздато. А четвертое? Пиздато дело. Четвертое место. Pacing and Time. А третье? Третье. Так. Блять. Короче, третье место. No это Steel Pierced было. А пятое место это, блять, белая хуйня, короче, с переменной кратностью. Экзот, блять, такой был. А, понял. А второе? Второе место Ирина R4, блять, с перком на Lucky the Chamber, нахуй. Ну, блять, первое место, как мы все уже догадались, это лучшая снайперка в игре, блять, по моему мнению, это 1000 ярдов, ебать. Ну, кстати, да. 1000 ярдов это самая пиздатая снайпа. Наверное, было еще выбить нормальный. Но факт того, что она пиздатая. Ну да, это никто не отменял. В чем прикол 1000 ярдов? Просто хорошая снайпа, это любимая. Она пиздатая. Это просто любимая. Это настоящая любимая пульса. Ой, пульса, блять. Пульс снайпа, да, в отличие пульса, от твоего любимого. Пульса, ебать. Чисто пульса в голову ваншотит, нихуя себе, не знаю. Причем у него горст и падал патронов. Нихуя себе. Ебать, зефир, пес. А че он? О, да! Forever Young, золотой завоеватель. В чем смысл зефира? Ну он же Warframe, наверное. А, согласен. Да, зефир, он тот еще зефир на самом деле. Прикольно, он говорил мне качать? И в итоге сам в Warframe сидит. Как у тебя жизнь, Гом? Не видели сколько? Охуительно. Не слышались 3-4 месяца. Да, ты думаешь, у меня что-то меняется, блядь? Охуенно. Ну, кроме того, что додик лох, ебать. Обосранный чисто лох. Обосранный. Просто лох на максималках, блядь, вообще тупо разъебали от Стива. Стива разъебали. Все. Кто кого? Стива разъебали. И кто же его так сделал? Он сам. А это можно подробности? Ну, пацан взял, пацан сделал. Вау, спасибо, спасибо, спасибо. Спиногрыз дал, блядь, интервью, ебать.
Интервью, которое мы ждали год. Вообще-то полтора года. Мы искали это интервью. Разве не два? Не, полтора года мы искали это интервью. Ты походу не шаришь, Гигион. Как там Додик писал. Я полтора года искал клан! Да. А какое-то было переписки, какое-то было. Это с Пафтом была переписка у него, блядь. Где он якобы полтора года искал клан, блядь, сам был клан-лидером, блядь, Wings of the Raid, и такой, типа, я полтора года искал клан. Подожди, я даже хочу видеть это, где это, хочу. Ну так правильно, мы хуесосы, блядь, и все. Да, и все. Да. Один он, белый и пушистый. Где вот, где ты полтора года? Он тут писал про КД свое, которое никогда не поднимется выше единички. Вот, да. Вот спустя вот полтора года я нашел. Сука. Полтора он года. Такой смешной, блядь. Полтора года. Полтора года. Искал клан, вопрос какой? Ну, блядь. Пиздатый хуй, охуенный клан. А, то есть, как он, геймплей не считается, да? Нет. Его ж оттуда пикнули. Да, в принципе, этот, блядь, как называется, резонанс уже тоже не считается. Да, блядь. Вопрос тогда, какой считается? Не знаю, блядь, там, где стримеры и ютуберы сидят, этот, блядь. Где Редимость, да, сидят? Да. Гом, кто такой Гарольд? Я проигнорирую данный вопрос. Ладно, кто следующий? Кто такой Санджар? Бля, да хуй, который кровавым говном слет. Точно. Блять, у меня жопа заболела. Не посри. Нет, ну нахуй. С пеной. Блять. Фу, блять. Фу, блять, ты такой. Скоро вернусь. Да, я тоже пойду пожру. Нормально, блять. Посмотрю макрос дельта. Кто вышел? И кто вышел? Приду. Давай жду. Блять, так ты таких где Зефир? Зефир? Да замечу. А он в тусе есть? Да, блять, он сидит. Знаешь, замечу сидит. Либо отошел. Мне нравится то, что у него музыка добавлена вчера чисто. Ты горишь как огонь, слава Мэрлоу. У кого? Гарольда? У Зефира. А. Ты слава Мэрлоу. Ну, тупо Зефир. Он хайпует. Слава Мэрлоу.
А чё, здесь Филон видишь, что ли? Ебать. Да, наверное. Много на крыса. Ты как вообще можешь сидеть в инвизе? Алло. А ты кто такой? Кто? Не знаю. Ой. Кто там? Кто там? А это кто? Тебя не может быть круче моего. Сейчас. Ты чекнул же его, да? Спаш. Палиндор, палиндром его. Не матерись, пожалуйста. Ну такое. Гигант, ты здесь? Нет. Да здесь, я здесь. Мой чекни. Я видел. Как тебе? Пойдет, у тебя ну, такой, типа, такой, одновременно и такой, и не такой. Так Гадрол же полноценный. По фоне или слит. Единственный минус это стабила, может быть. Типа по ранже, ну как 120-ка, блять. Ну не забывай, а ты смотри, модик воткнул на увеличенную дальность. А Depth Range, да, мне воткнут. Ну, у тебя, да, больше дальность, а у меня больше стабильность. Ну вот. Тогда у нас он одинаковый. Но я еще без модификатора на удивительную ранжу. А если я его воткну, где он на дополнительную ренжу? Крупные цели, противовес, перезарядка, да, о, дальность. Other parties. А если мы сейчас посмотрим, то у тебя чуть-чуть больше дальности. А, ну да, когда у тебя счет, у тебя абсолютно чё? На ренжу. А, ну и поэтому у тебя больше ренжа, у меня абсолютно стабильность. Гей. Ты верно наш слуга. А это кто? В гамбит пойдешь, Гион? А это что? Блять. Нам нужен такой. А режим, а что там надо делать? Брать. А можно точную информацию? Нет. Жаль. Я знал. Спасибо. Thank you.
пойдем в Гийский гамбит. Ну пойдем. Ну, пошли с нами. Я пока в Вольфрае. Ну а быстрее что? Давай. У тебя секунда. Нихуя себе, спидран. Спидран по Майнкрафту. Пожалуйста. А за что спасибо-то? За все. А, спасибо. Да я знаю. И что ж ты знаешь? А в гамбите это будет работать, нет? Еман ты хрустим багет. Ну ты и хрустим багет. Complacency. Я жду тебя, петух. Тебе золотой завоеватель, Кьон? Откуда? Мне что-то мне... Три налета еще не хватает. Какие? Понтуюсь. Да, согласен, понтуюсь. Не хватает арена, Devil Slayer и терминал. Можем на выходных сходить. Куда? Вот этим трем тебе ж надо. Что мне надо? Золотую печать ты хочешь? А для чего она нужна? Хороший вопрос. Дену письки дает. Да-да, полетели. Нет, ну письки дает рейнджфайндер. Да если нормальный ролл по кнопочками наролил. Да. Гион, у тебя какой ролл на член? Малафья и что-то там еще что. Что? Высокоточка дальномера. У меня крупнокалиберки, короче. Чеканки. Крупнокалиберки, блядь, тебе там удобно вообще? Ну смотри, у меня абсолютно стабил, так что это компенсируется. Абсолютно стабильно, нихуя себе. Я боюсь, у тебя там весь унитаз засан и засад. Ну а последние, какие последних пех? Ну это... Полоса удач? Или рубака? Нет. Это, смотри, сейчас. Delivery Club. У меня квикдро стоит на нем. Да, чтобы если мамка спалит, да, чтобы быстро убрать в кобуру. И... Чё там, и Деспирадо, наверное? Деспирадо. В смысле, какой тауэр? Ну, контракты. Контракты. Бля, я инвейдером буду, слышишь, Диан? Да мне плевать, я тебе готов руку хоть пожать. Понтуешься. Спасибо. Гардианс надо убивать. Envoy и... И-и? Fucking Guardian. Fucking come. У тебя большой пенис, Гом, кстати? Да, охуевший. Я запускаю. А тебе зачем? Это просто интересно. Он хочет с тобой подуэлиться на них. Фу, блядь, нет, это такой с тобой. Я спасибо. Не в вашем клане. И чем же у нас пойдет флекс Антон в инвейд? Я уже готов, его обоссать за такой ладаут. Чё? Просто вдоль и поперёк. Ну, типичный ладаут по Титана Стадисного. Понятно.
Реально, зачем тех Steady Hand? Дочь, зачем? Дочь. 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 Нет, блин, сына. Нет, блядь, а зачем тебе, а зачем тебе кираса, если ты на стазисе? Лекс. Что? Зачем тебе кираса, если ты на стазисе? Хороший вопрос. Да, я и задал. Современные проблемы требуют современных решений. Блять. Зачем тебе Steady Hand? Вот вопрос. В смысле? А, зачем так и задумано. Steady Hand? Задумано. Задумано. В два револьвера пойдет. Херали, у меня снайпа. Сдобол. Заткнись. Сдобол. Можешь мои яйца понюхать. Разрешаю, гом. Заткнись, понюхай мои яйца. Типичные отговорки. Гачи-мачи. Понюхай мои яйца. Давай понюхаю. Фу, блядь. Фу, блядь. А можешь более полоски, пожалуйста? Жадимир Стадо. Блядь, я попал, блядь. Попал ты в... Радимир Стадо. Почему он стадо? Попал. Почему он стадо? Он же Радимир Стадник. Стыдник. О, гом, я помню, ты отправлял, сука. Пиздец. Чипсы, знаешь, как Just Brutal. А это как? Да, ты чипсы нормально. Вкус бальзамического уксуса и соли. А почему они черные? Потому что... Из негров сделаны. Ну, потому что надо же быть расистом, это же ранее. Выкачай к ней, пожалуйста, гом. Нахуя. Ну, что там тебе что-нибудь интересное скинул? Флекс, блядь. Член какой-нибудь это. Может быть, свой. Еще хуже, блядь. Я его не увижу. Хотите пострелять? Я зачем ты гранату встал? Мне повезло, мне повезло. О, видите, типичный турмен, титан. Сейчас за снайпой пошел мобов, или мне сейчас показалось? Нет, тебе не показалось. А я гранату всрал. А, откатил. Винки даются, это так мило. Принес пачку, кстати. Нет, рандомы все. Хэви. Надо хэви взять. Бери. Пока мама не запретила. Можно, не надо. Спасибо, один патрон на глаза. Ты еще думал, 5? Ты 5? Ну, блядь, не один хотя бы. Это ракета, которая стреляет как Галахор. А Галахор на топовый дамагл в первой части? Ну, не как Галахор, да. Галахор на топ А в чем ее прикол был? Типа... Ну, кассетки, которые самонаводятся. И две пули в обойме. Ну, по сути, он двойной дамаг несил. Нихуя себе. Потому что, когда его брал в руки гом, там все ломалось. Еще. Еще, блядь, может. Запускайте шарманку. Кто напомнил, пожалуйста? Вот гом, кто такой флекс? Revelance. That's one. 10 seconds and I pull you back. Shit, that's the enemy. High
Сука, ебла нахуй. Ну сейчас обидно было. В смысле одно убийство? Ну в прямом, блядь. В смысле ты чё? Ты сейчас обосрался, блядь. Ты обосрался, этот говню умоляет. Чего это? Это снайпа? Да. Я побежал. Кома, ты инвейдер? Конечно, блядь. Я прикольно, у мобата последней полосочки, последнего милипичечка, не появилась кнопка добивания. Как минимум. High value target neutralized. Блять, ебла нахуй. Сам же откинулся. Ну ты же умер, умер. Так что, Флекс, можно сказать, ты обосрался. Сейчас повеселимся. Ну давай, еще ни одного минус 4 не было. Я жду. Сейчас будет. Так ту. Полетели. That's one. Two down. 10 seconds left. Блять, сука, как с этой параши в воздухе стрелять. Это вражеская ульта была. Я просто бегу, смотрю, там какая-то тишина и шквал вылетела. Рома, если ты делаешь что, я тебя уважаю. Как ты это делаешь? Ну... Я не буду говорить какие-то звуки, это похоже, а ты, может, обидишься. Get those moats to the bank. It's time for a primeval. Hostiles incoming at the bank. Opposing team summoned a primeval. If they kill it, they win this. Portal's ready. Вот он, котик. Portal's ready. Вася, да. Вышел. Make a mess. Тихо, я нам повезло. One down. You're in the lead. Take down that primeval. Flex. Да. Лох. Чё? Лох. Лох. Угу, я знаю. Лох. Разъебал. Всё, разъебал. Разъебал. Всё, я крут. Я крут. Да, там. Мы тебя уважаем. Где Боря? Я хочу в горни. Блеск. Пора заканчивать. Блять. Сука, это пиздец какой-то. Что пиздец? Где пиздец? У меня. Граната убьет его сейчас. Все-таки меня анархия его убил. Еман, сколько мне прикольного много всего попадалось. Who's better than you? No one. You killed everybody else. Гом, ты молоток? Да. А ты большой молоток? Да. Можно тебя укусить? Нет. Почему? Потому что. У Гома пенис воняет сильно. А зачем ты его нюхаешь постоянно? Весни мне, пожалуйста. Зачем ты, блядь, мне вообще об этом говоришь? Или ты любишь его аромат по утрам? У себя во рту.
Что такое гомик? Хватит. Что-то не так? Да. Тебя кто-то обижает? Да. И кто же? Скажи его ник. Гидеон и Флексотрон. Опять плакать. Насколько ты говоришь, объясни мне, свинота ты узкоглазая. А где зефир? На костре жарится. Кошелчок типа делает? Кого? Ага, алло. Я говорю, кого? Я говорю, алло. Блять. Здравствуйте. Боже, блядь, флекс нахуй. Что? Нахуй ты мне это скидывал? Долбоёб, блядь. Зачем? Ready to see what you're fighting today? Cabal on the field. Блядь. Cabal have been busy while I was gone. What say we remind them who owns this system? Подумаешь, мужик, блядь, член там титан гелем, блядь, намазывал. В смысле, титан гелем? Так, титан гель, блядь. Ты хочешь такой же хуй себе? Нет, блядь, чё, блядь, еблан, что ли? Нахуй мне женщин убивать? Hostiles inbound at the beach. Хотя женщины и люди, так что можно. Так же флекс. Half pint taken, headed to the other side. Так ты пригляделся в его пенис? Чё, блядь? Ну какой исходок, блядь, зачем? Ну, глянуть. Дурак? Что он представляет из себя? Ты дурак? Нет. Да. Блядь. Ну ж воняет, наверное, чё. Ты хуя ли ты взял? А с хуя ли я должен был не брать такое? А ты нюхал? Нет. Тайтан гель. Ладно, буду тебе девушек скидывать, хорошо. Чё, меня девушку сейчас скинут, ну смотри. Ты кому говоришь, смотри. Your back. Invader incoming. Блять, сука, ёбаное чмо. Ну, блять, серьезно, этого еблана убить не можете? Блять, ну какой же ты тупорылый, ебла, нахуй, нахуй ты вторгаешься, сука.
Захотел в Торксе, захотел не в Торксе, какая хуй разница. Тебя же убили. Меня не убивали. Тебя убили. Фурик, зачем ты умер? Плекс. Плекс? Плекс. Плекс. Блять. Забей нахуй. Нахуя, дебила, блять. Тупой клоун, нахуй. Согласен. Ну убей йотунчика, блять. Это пиздец, блять. Ну куда ты, сука, берешь, блять? Target neutralized. Hostiles inbound at the beach. Ну занесите, блять. Что ты пинок слушаешь? Понравилось? Кого ты делаешь? Да у меня руку пожать. О, кита. Титаны? Ну, обычно такой музон в игроке титаны используется. Все, сейчас повеселимся, блядь. Дебил, блядь. Opposing team's about to win. Invaders here. Brace yourself. Каким-то кучей ебланов, блядь, проиграли. Тут гачимуча? Да, там на спанч был, блядь, гачимуча. Расскажи мне, Гомову. Ты Амогус? Да. Мне все понравится двум девушкам показать их. Покажи мне их. О, у меня дурак, оказывается, выпал гранянный. Ебаный платич. Thank you.
Блять, выруби, пожалуйста. Лёва, потише сделай. Ебать. Подумаешь, в Гамбит играешь. Сука, я тебе сказал. Блять, на русской вообще или нет, нахуй? Пиздец какой-то. В ВК зайди. Паш. Ща. Кинул. Тринадцать лет, один любит гулять, но из тренировок не делает. Тебя не хотели считать? Я никогда... Никогда не игнорю, но иногда меня выбешивает, когда меня игнорируют, ебать. Сам, блядь, я сейчас тупею, нахуй, самую главную занимаюсь спортом на уровне, блядь. Ебать, и какая-то армянка, нахуй. Фоточку пришлю в ЛС, но мне кажется, я красивая и милая. Пиши, не стесняйся. Буду рада со всеми пообщаться. Ну, блядь, некогда, нахуй. Ну, хотя 13 лет, блядь. Да какая разница? Сука, 13 лет это пиздец даже. Такую ошибку сделать. Я некогда. Я подумаю, всего лишь 8 лет. Не так уж много. Так нет. Так нет, даже не... Пчёлки 13. Что, блядь, это... Предложение максимально тупое, блять, и нелогичное. Я никогда не игнорю, но иногда, блять, меня вышибает, когда меня игнорируют, ебать. Мне бы, блять, в ЕГЭ, нахуй, на русском, за... если бы я такое в сочинении написал, мне бы сразу 0 баллов, блять, поставили за все. Ты такой милый. Просто к хуям сразу, блять. Я когда, ну когда, блять. Я вот когда схожу по сру, я вот когда выхожу, блять. После того, как посрал, когда вышел, блядь. Оно воняет, но пиздец. Иногда не воняет, когда я не схожу посрать. Да, блядь. В школе, наверное, не рассказывали еще, что такое тавтология, блядь. Что же спортом в 13 лет, блядь, на профессиональном уровне, блядь. Так она же там не была сказана на профессиональном, было просто сказано уровень. Написано, блядь. Я просто его не читаю. Зачитал, да. Да, извиняюсь, не хотел закрывать. Пиздец. Ну, Гион, ты научил её? Ну да, я прямиком от тебя. Ебать, я вот профессионал в том, как сходить посрать, блядь. Можно его? Подожди, какие ты чемпионаты выиграл? Ну, чемпионат Таганрога... По скоростному сранью? Ну да, среди... Ну, получается, весовая категория была до 100 килограмм. Понос или... До 100 килограмм без говна, я имею в виду. Вот, то есть у меня получается... Ну, самый рекорд по скоростному обсиранию штанов, получается, у меня есть. Самая
самый дальний выстрел. Вот. Самый точный выстрел. Блять. Да и по качеству мое говно. Хорошее. Можешь мне его, пожалуйста, прислать по почте? Нет. Почему? Потому что оно мое. Я с помощью него готов быть чемпионатом. Косой. Хочу стать чемпионом мира по... Вонючести говна. Нет, нет. Я таким категориям... Я в таких категориях не участвую. Я нормально пытаюсь. В каких ты участвуешь? Так типа... Говно может вонять независимо от того, что ты ешь. Ты от организма можешь зависеть. Настолько сильно, блядь. Ты участвовал в чемпионате? Блядь, я... Чё-то... Да я, сука... Да я, сука, сюрикен, блядь, кидаю в дверь, короче, и случайно в стену попал, блядь. А, я думал в кота. Ну, скоро кот там будет. Извиняюсь, я поканул. Только не бей, пожалуйста. Two for one. Ну, конечно, я могу попробовать кинуть в стену, но она, блядь, потом в говне все будет. Подожди, а у тебя был чемпионат, типа, чтобы ты посрал, и у кого больше всего пены от поноса будет? Не, я не, у меня плане не участвовал в чемпионатах с поносом. А с запором участвовал? Нет, с запором только ты. А с пенкой? А с пенкой? Блять, уже был вопрос. Спроси меня, пожалуйста, не бей. Флек, что там еще угарного есть? Что ты еще можешь слить? Ща. Embrace the darkness. Покажу, блять. Блять. Ебать, у меня кит в ахуе. Пизду нахуй. В чью? Сука, мне ее лайкнуть или нет специально сейчас? Да, я ее лайкнул. Зачем? Чтобы тогда писала по приколу. Сука, один общий, кто это, блять? Иди на, иди сюда, иди сюда. Иди, моя прелесть, на тебе печенюшку с медом, на. Пока мать не видит, я тебе дам. На, кушай. Все, блядь, собака умрет, нахуй завтра. Минус, блин. Только давай кушай, блин. То я, блядь, выкидывать не хочу. Блядь, как они навелись на таком угле? Это пиздец. Чё за угол? А я вот буду кушать мед с печеньем. Пиздец. Пиздатый хуй. Embrace darkness. Блять, у нас 4. Интересно, блять, а это вот этот давинчик ебаный твой закрытая группа, да, хоть забери? Давинчик? Нет, он открытый, может зарегаться. Не, люди серьезно там не будут. Не еблан. А сколько миллиардов человека здесь? 12 миллионов, блядь, понял. Столько же практически, сколько в России. Ладно, где ты, блядь? Блять, ебл, тупой ебл, блять. Блять, ебать, тут вот эта хуйня, типа, 18 августа 2018 года, блять. Типа, вот эта фотка, знаешь, блять. Одна, блять, тёлка не формалка какая-нибудь, блять, а другой там пидор, блять, чисто. Это где ты? Ты зарегался, что ли? Нет, блять. Не буду я тут регаться, я рот ебал. А где ебать, ты это видел? Где ты нашёл? Преображение. Да, блять, да, блять, на их хуйне, блять. Страниц, блять, как сказать. Хуя, короче, какая-то ебаная. Хорошо, что я, блять, не буду там перестреливаться, блять. И я не могу, блять, открыть банку с медом, потому что она, блять, пересохла. Ебать, глазастый, да хуя.
А ты ебать склоп, типа, да? Блять, как я хочу пойти на рынок и купить себе соты с медом. Почему соты, блять, не продают с медом? Пиздец, это так охуенно. Блять! Пацаны, убейте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Лекс, ты когда-нибудь хавал соты? А, да. Они мне понравились, вкусные. Конечно, они тебе понравятся, блядь. Если тебе не понравится, я тебя пиздил. Ты меня, блядь? Удачи. Да. Who's better than you? No one. You killed everybody else. По крайней мере, в Дусане бы я тебя точно отпиздил. Ты ж дрыщ ебаный, блядь. А меня? А меня? Не, ну свой вес, блядь, я спокойно поднимаю, без проблем. На бицепс? И на бицепс. Я понимаю тебя. И что ж ты тогда? Ну если у меня. Если у меня член, блядь, столько г нахуй, ты, блядь, о чем тут вообще, блядь, да? Фанили слит. Пруфанул. Все, извиняюсь, что поканул. Не хотел на тебя боковать, прости меня. Блять, завтра же в школу, сука. Лох. Чё ты ржёшь? Ебать, ебать, чё скинул, проверяй. Чё-то... Кубик. Я здесь влазь. А где на мечи, блядь? Вот они. Ты здесь власть? Ну ты посмотри, что я скинул. Сейчас. Ну поймешь. Shotgun loader. Пиздец. Пиздец, блять. Блять, мы за ПК срочно. Я здесь. Ебать, что кому-то. Кому-то понравилась твоя анкета. Кристина, 14,3 километра от вас, блять. Ржу с тупых шуток, понятно, как и все, блять, тиктокерша, ебать, ногами забью нахуй до смерти. Люблю себя, ебать, убью нахуй. Застенчиво, но могу послать. Матерюсь, веселая, люблю кушать, учусь рисовать, милые щечки, обожаю внимать, что чмок, блять. Блять, у меня сейчас глаза будут вместе с ушами кровоточить, нахуй. Ебать. Бля, вот когда я такую хуйню скидываешь, блять, вот реально поржать хочется, вот это нормально, блять, тема. Ебать. Вот тупости людей это самое смешное. Блять, что может быть на этой планете? Особенно тупых пёс, да, блять. Ёбнуться можно, блять. По ней, блять, и так видно, то что она любит пожрать, блять. И ржет с тупых шуток. Интересно, что это за тупые шутки, блядь? Типа, я не ухожу говно мамонта, блядь, или чё, блядь? Ну, и мы, наверное. Хотя нет, говно мамонта это еще нормальная шутка. Там, блядь, именно тупые, прям тупые. Это, блядь, просто. Ты знаешь, кто это я тебе скинул? Сейчас. Сейчас я кушаю печенюшку. Нет. Ты из Апекса? Ну ладно. Но меня не впечатлило. Меня даже не встал еще, понимаешь, о чем я.
А, вот Ларри Уильямс. Сейчас. Cabal on the feet. It's time to bang knuckles. That's not fat on the cabal. It's muscle. Real tough to chew through. А ты в курсе прикол с игровой приставкой? Нет. Сейчас расскажу. Короче. А недавно же тетку какую-то освободили из Америки, ну, Милфа 34-летняя. А, типа, садили за то, что она совратила пиздюка 14-летнего. Ну да. И как этот пиздюк рассказывает, типа, он говорит, что эта тетка позвала его, типа, домой, он думал, что она ему покажет игровую приставку. А, ну ты говорил, блядь. А, да. Я уже вспомнил. Ты бы хотел, чтобы тебе так и позвали в приставку поиграть? Чистый. Нет. И пиздюк такой, знаешь, типа... В чём прикол-то слово «Мерло»? Да хуй знает, где это звучит. За песня. Я чё знаю. Я когда хочу поржать, слушаю только одну музыку. Ты слушал Rammstein Deutschland? Да, я вот такую лучше послушал. Как себя? Нормально. Клип видел? Клип? Нет, я клипы в последнее время не смотрел. Посмотри клип у Deutschlanda, он охрененный. Я последний клип посмотрел, который это радио было от них. Да, это что, блядь? Got eyes on a high value target. Strike it down. Блять, ну что за хуйня? Сука, сейчас ливну нахуй отсюда просто. Меня заебало это. Я тебе ливну, ты у меня в числе, мне что, меня понял? Сука, у меня 6 патронов на ламент, ладно. Нахуй тебе ламенты, блять. Ламент для лохов. Милишка, выбор мастеров. Вот так как я всегда, блять, когда этим, блять, когда мы черчением, блять, занимались в 10-11 классе, короче, на уроках, и когда вообще просто геометрия, блять, или что-то такое было. Чисто, блядь. Линейка и карандаш для лохов. Ручка выбор мастеров. Блядь, я какой-то на ютубе сегодня видос брал. А ты в школе, кстати, дрался когда-нибудь? Нет, до такой степени никогда никто до меня не боковал, не доходило. Все очковали? Нет, я просто был довольно веселый, и, во-первых, особых не было причин, а когда были причины, блять, до этого не доходило. Меня пушат. Блядь, ты где тут? Все, блять, мне пизда. Зачем ты питаешься на лоб, объясни мне, пожалуйста. Пиздец, зачем не знаю. Ты питаешься на лоб? Одну частичку занесите. Да несу, 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 я тебе несу. Эфа и банк. Да все норм.
We can still win this. Блять, Гриша. Где Гриша? Гом, ты знаешь, что возвращается, как она называется, дыхание поноса? Нет, эти парни, походу, пачка играли. Господи, у нас тиммейты дауны, ты о чем? Да было бы, нет, они рандомы. Были бы у нас пачка, мы бы и выебали, как нихуя. Ой, господи, были бы все мы бы здесь. Доллар? Мне тоже выполнил, у меня он улетел. Какой у тебя? Он мне сказал, улетел. У меня с четвертого раза получится молодьба. Не знаю, мне у меня есть гадрол ПВП, мне на сайте. А какой гадрол для ПВП? Дальномер усиленный резерв лично у меня. Типа до дальности. Типа наверное идет все почти что на дальность, идет почти что все на стабильность. Понял тебя. Я же тебе его скидывал, дочь. Да. Это? А, он здесь попытается зайти. Или у него опять надскочит. Ну подожди, я даже гляну, что мне там за доллар выпал, мне даже самому стало интересно. Ты знаешь, откуда это гом? Не помнишь? Ну, не помню. Он не включится. Это из-за этого. О. Из видоса. Ну и такой хороший прикольный ролл, но одновременно и говно. Мне выпал дух противоречия, выпуск Гэма, который полная помойка, 22 подвижности. Я пойду обмазываться им. Гом, губаруться. Почему? Что тебя пугает? Ничего. Вот, идет. И там идет Стазис. Нет, он Сириус не прибыл. Сириус Сэм чей? Серьезный Сэм. Третий, блядь. Я думал, четвертый. Гом, покажи мне, какого это быть гомом. Ебать, кто там пиздит? Меня. Лекс, возьми полинтером, испытай его. Испытай его. В смысле, Лекс, я не понял. Испытание полиндрома. А почему у тебя ламент без скина? Лекс, я не понял. Есть скин на ламент. Лекс, ты чё? Ты нас предал? Ты предал нашу идеологию? Гом, еще уравнение 2 плюс 2 плюс 2. 8. Как так, как у тебя так получилось? Ну-ка, что в монументе, блять, надо глянуть. Че ты мне откинул, Флекс? Что за качок? Это он, да? Это помнишь Шрека? А.
что ты прыгаешь? Не надо, не надо. Можно я буду прыгать? Нет. Почему? Ой, моя любимая карта. Ладно, парни, давайте. Да, я спать.